Всем привет, 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 миллион, миллиард приветов с Мясного Ариадна. Мы смотрим смешные моменты с Куплиновым и с вот этой вот контрабанд полис. Ой, как мне понравилось это прохождение, как мне понравилась эта игра, она такая забавная, если честно. Прям вообще, мне очень редко подобные игры нравятся, но здесь прям что-то зашло. Я очень долго ждала, пока выйдет видео, вот оно вышло, уже месяц, как оно вышло, я наконец-то доползла до того, чтобы это снять. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. Все ссылки в описании, в графе о канале. Это каждое видео говорю. Возьмите что-нибудь попить. Я продолжаю пить гранатовый сок. Вот, чайку не очень хочется, если честно. Немножко жарковато сегодня, несмотря на то, что я в рубашке. Вот. Но я окно закрыла, чтобы мне было потеплее. И, собственно, мы начинаем. Я могу выговорить слово контрабандист. Я могу это выговорить, но не с первого раза, судя по всему. Возьмите деньги, но не трогайте машину. Что? Что? Что ты себе позволяешь? Ты, я второй день на работе. Какие деньги? Ты что делаешь-то? Второй день на работе. Ну, второй день. Ну, ладно, мы полтора года работал. Но это куда ни шло. На любой развилке нам сейчас направо. Жалко, что нельзя поменять. Коррупция дело такое. Ой, блядь, ебался. Запомните, незаконный товар попадает только мне. Даже не думайте продавать его налево. Я не думаю. Поехали обратно на контрамбост. Вот здесь хотя бы бизнес. Выезд нормальный есть, потому что из трудового лагеря выезд вообще плохой. Здесь можно спокойно развернуться и... Блядь. Чего? Я не специально, блядь! Он я сам. Не специально, серьезно! Я думал, он просто текстура ходячая. Так я его просто задел чуть, блядь, крылом. Он нормальный с ним все. Предъявите, во-первых, документы. Куда ты? Куда? Ты куда? Эй, в смысле? Ты охренел, что ли? Етит твою мать! В смысле, он погнал? Погнали, 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 погнали! Блять, я врезался. Он уезжает, он... Стреляйте по нему свыше! Ты один едешь. Эй, там в доме! А чё я без фар катаюсь? Так, говорят, здесь неадекватные люди, они могут под колеса... Твать чё? Всё! Блять, чё ты кричишь-то? Да ёбну ты что, кто? Он тебя предупреждает. Ты куда поехал? Стой! Блять, я спрячусь! Спрячься, Максима! Максимов, прячься! Максимов! Убегай, ты где? А, вон он, всё нормально. Максимов, воюй! Мне кажется, так убегали, воюй. Похож на контрабандиста. Опа! Курва дурак. Посидите, товарищи. Посидите здесь чуть-чуть. Я, кстати, так и не поняла, это выдуманный язык или это польский? Потому что там подозрительно польские слова. Это было не просто смело, это было пиздец. А чё ты не следил за своими заключёнными? Бля, на курице контрабанда есть, серьезно? Блять, это не живая курица, что? Это курица-подделка? Нихуя. Что только не придумаешь, чтобы провести контрабанду. Невозможно с вами с такими. Хватит заезжать, блять, на газон. Так, тут дай посмотрю. Ну вообще да, как-то не странно ездит. Ты не подходишь мне. Помогите своему отделу. По газонам кататься нельзя. Так, а весь мой отдел со мной поедет или что? А почему отдел-то со мной не едет? Потому что ты им помогаешь, а они находятся на месте. Иначе это будет хуево. За машину я въебу сразу. За машину сразу въебу. В меня стрелять? Кто, блядь? В своих не стреляйте, ебанаты! Блядь, граната, пацаны, бегите нахуй! Бегите, пацаны! Блядь, раненый мужик, потяните его! Блядь, а чё в меня? Машина! Запрещается допуск лиц со следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. Художник, учитель, журналист, нахуй нам тут не сдались. Валина, ну, журналист, понятно, а два остальных не очень, если честно. Ну, я не понимаю, как бы хозяин, барин. Серьезно. И поехал, и помчал. Стопэ! И снова распидорасили шлагбаум. Тормози его! Поехали! Стопэ! А у него уже не фартануло, не получилось. Да, просто. Ебать ты дурак, бля. Так, а сколько у меня заключен? Давайте попробуем... А как вызвать? По телефону, да, наверное? За 500! Ты что, дурак, они столько не стоят. Убирай. Да бляха, Максимов, ну какой ты душный, слышь, что, убирай давай. Они не могли уйти далеко, ищите следы вечеринки в саду. Так, ну вот какой-то детский сад, детская площадка. Так, сигареты, но это не улика. Самолет, улететь тоже. А сколько тебе лет-то, секундочку? 47! Нашлась.
фальшивый. Куда, блядь, собрался? Стоять! Стоять! Колеса! Почему колеса! В них стрелять нельзя? Ах, ты ж, ну, типа, чёрт, блядь, хотя бы в ногу. Погнали быстрее, погнали, погнали! А блядь, вообще, куда залезь в кабину-то! В корыте таком ты поедешь, блядь, по нашему Акаристану рассекать, чтобы позорить нас. Не нахуй отсюда вообще со своей машины. Что такое? Он пропускает человека, который гуляет по дороге. Хватит гулять, сиди на месте, работай. Что, блядь, за придурок ты такой какой-то непонятный? Так, а где плита-то еще одна? Блядь, где еще одна плита, дружище? Максимов, блядь, домой упер. Бампер на месте, колесо спущено. А-а-а, блядь, нахуй ты так орешь-то, дурик ебаный? Да ты куда поехал? Это всегда так внезапно. Стой, стой, я тебе не отказал, как под деньги, блядь. Ваши представители делают сегодня показ. Мы очень хорошо знаем, как обычно выглядит улица Акаристана. Кому-нибудь ты что, охуел, гнида, такое говорить? Ты сюда не проедешь. А если и проедешь, то ты отсюда больше не выйдешь. Ты понял меня? Так, 8 ПК. Что за денек, действительно? Что за хуйня? Арестован товарищ, посажен в тюрьму. Ра-та-ти-ра-та-ти-ра-та-та. Как он здесь, нормально сидит? Фак, запалился. Охуели, что? Так, я не понял. Я тебя, блядь, сейчас сам заставлю тебя вытирать будешь, чтоб следил, чтоб не было такого больше на стенах. Понял? Ну, не кстати, так, да, Максимов, них, блядь, хватит там ходить. Я курю рядом с бензином. А да, да, загружай давай все назад. Доберитесь на место, прежде чем счет времени. Найдите места, где спрятана контрабанда, понадобится лопата, чтобы ее выкопать. Так, подожди, а у меня есть лопата-то? У меня лопата-то есть? У меня лопата-то нет нихуя. Во-первых, мне нужен... А, топор у меня есть запасной. Блять, у меня и лопата, что ли? Влад, ты... Ну, невнимательный лопата, немножко. Лопата, не лопата была. Ну, да. Так, цвет машины черный. Куда, блять, стой! Все, остановись. Блять, как тебя арестовать-то теперь? Не дотягиваюсь до него. Так, приезжий арестовать. Да правда что? Почему? Вообще ни за что арестовывает. Серьезно, блядь? Он еще спрашивает, почему? По кочану, нахуй, знаешь такую отмазку? Пацаны, спокойно. Ты че, охуел? Пизди, тут происходит разыскная следственная работа. Ага. Я тебя сейчас посигналю там, Сигнальщик! Сигналит он мне тут, блядь. Тоже хочешь? Ой, я только что проснулся. Я сегодня проснулся с утра. Потом такой что-то это тут залазил, шастал, и в итоге опять поспал. Как вин, окей. Мне бы так. Еще нет, Максимов сидит бездельник ебаный. Так, Максимов. Сегодня опять ебал, да рано ебал. Встала. Не дымить, давай убирайся. Хочу спать, убирайся, Максимов. Не в смысле с работы, а убирайся в смысле здесь. Нарезка лучших хедшотов, лучших моментов. О, я помню этот момент, да. Как какой-нибудь трейлер жестко. Пиздец, слезай с удачником жестким, конечно. Со мной видите. Шикарно выглядит. Видишь, уже боятся, блядь, даже не вылазят. Они уже даже не вылазят. Я готов ко всему. Максим, шикарно, блядь, ты можешь ближе сидеть ко мне, серьезно? Он везде ты гуляет. Можешь сидеть ближе. Убирай. Он бдит. Не Ахмадура, а я Магуна. Ага, Максимов. Максимов, ты тоже груз. Здесь все нормально, Максимов. Да куда же ты, Максимов? Ты можешь сидеть, чтоб я за тобой не бегал. Я тебе твою мать. Кто я, начальник? Я или ты? Почему я, блядь, постоянно за тобой бегаю, Максимов? Давайте что-нибудь. Да конечно! Именно сейчас, да. Естественно, едет твою мать. Погнали! Охуеть! Подкрепление, ебануться! Подкрепление приехало, серьезно! Подкрепление! Еха, нихуя! Ну, что поделать? Что поделать? Ничего не поделать. Не каждый, соответственно, не надо мне так смотреть. Не надо на меня... На тебя обиделись. Корова, кстати, как-то вообще не культурно ездит. Мне кажется, ей не понравилось. Блять, Максима! В конце-то концов! Хватит курить рядом с... Ты что, дурак? Что ты там смотришь? Да, он тут, бдит, кстати, я же говорю, он бдит. Будь начеку, Максима, блять, найду же все равно, собака. Ты прям на меня уже кричишь, что ли, я не пойму. Как его зовут-то? Приезжий лысый. Так, ладно, иди посиди за то, что орешь. Нет, какую машину? Не в машину иди, а в тюрьму. Если бы он был не виноват, он кричал, за что? Нет, блядь. Он блядь, просто блядь, очень такой... Нет денег заниматься своим делом. Человек. Труханы сушу. А чё, нет? Контрабандист, что ли, какой, я не пойму? Мне кажется, это очень странно, когда... Ой, контрабандист. Когда таможенник проверяет твои документы, начинает странно хихикать. Опа! Сука, я отсюда сейчас увижу, падлу. Так, спокойно, лишь бы не сорвался, нахуй. Буду грудью танковать. Ты заебал, у тебя ничего нет, что ли?
Слышишь, если ты контрабандист, я тебя нахуй догоню, блядь. Я тебя просто догоню. Я серьезно говорю, езжай отсюда нахуй. Я тебя догоню. Я догоню тебя, ты понял, нет? Следом поедем. Джибаджиста, иди отсюда, джиу-джиста. Сейчас скажу, что это было развернуть. Да почему? Слышишь, я не должен был тебя пропускать, собака. На самом деле, там есть моменты, которые я тоже не всегда понимаю. Например, когда контрабанда в... как это называется, место? Впереди машины, где всякая вот эта вот штука, чтобы машина работала, находится. Капот, вот, вспомнила слово. Я тоже там не всегда, на самом деле, замечала какую-то контрабанду. И я не очень понимаю, как отслеживать контрабанду под креслами. Или это только под пассажирским креслом. Ну, короче, там есть вопросы, которые я тоже не очень поняла, пока смотрела прохождение. Ну, ладно. Хрен бы с ним. Чужой, да-да-да. Так, Оту. Здесь тоже не Оту, сразу здесь проверю, чтобы не паниковать. Эти я описал. Максима, хватит там... А, подожди, или ты бдишь? Ты бдишь, чтобы вот я напал, сказала. Тогда Максимов лад. Но ты бди, да не перебдевай. Какой у тебя модный спортивный костюм. Посидишь с ним в тюрьме, кстати говоря, там таких модных спортивных костюмов еще не было, так что посидишь. Цвет машины красный. Бля, настолько красных машин проезжал, и не было ни разу контрабандиста. Вот теперь будет. Дефекты кузова. Почему два-то один был? Там твой товарищ спортсмен, а у вас сегодня нет, будет парная тренировка. Я не знаю, синхронное плавание, блядь, стрельба из лука друг друга. Счастливой дороги. Прекрасный спорт. Заезжай, приезжай, паспорт нормальный сюда давай и коровку не мучай. Пока, коровка, пока счастливо. Если что, она мне мотнула головой. Идеальный досмотр, гениально. Цвет машины черный. Топе, нахуй. Стопе сказал, никуда ты не едешь. Ты, во-первых, лысый. Куда? Охуел, точно, там был такой момент, но просто сбил. В смысле? А потому что не надо стоять перед жесть машиной. Жесть, прикол, нахуй. Жесть, не прикольно вообще. Чё за хрень? Я думал, он не попрёт на меня, а он попёр. Пиздец, чудило. Ебануться, блядь. И ведь всем похер вообще. Да, видят, что начальника просто растоптали на машине. И хоть бы кто стрельнул, Максима! Стопэ, собака! Стой, ой, бля, ебать, дурачок. Ладно, вот ты и доехал. А чё, он помер, что ли? Ты чё, помер? Мне кажется, он сознание потерял. Ты чё, помер-то? Он чё, помер? Ты чё, помер? Тянуть. Бля, он чё, реально помер? Ебать ты, дурачок. Блях, он меня задавил. Максимов, ты пиздец, тебе доверять нельзя, я тебе отвечаю. Ты, конечно, слабак, Максим. Отойди. Бля, он спит. Он отдыхает. Ты чё, бля? Ладно, хорошо. Очень хорошо отдыхает. Ты охуел или чё, я не понимаю. Не хватит прочности, пацантре. Это только мост. Вы какими там кругами-то катаетесь? Я до этого моста за 2 секунды доезжаю. Вы чё делаете? Вы куда едете-то, я не пойму. Вы ко мне едете, что ли? А, вы в полицейский... Вы куда едете? Ко мне не надо, нахуй! У меня там только новые дома построили. Что? Где? А, тут и мать. Повстанец? Окажите сопротивление. ЧЕГО?! Я же должен был оказать им сопротивление! Поговори сначала! То есть мы за прошлую серию прошли всего 6%. Это очень мало. Это очень мало. Не понял, в смысле, ты что, обманщик? Лежит. Ебать вас тут сидит. Ебать тут лежит паспорт. Тоже есть? Серьезно? Прям один за одним, да, едут? Получается все, что ли? Максимов, убирай эту херню отсюда. Хорош, убирай. Не кури рядом с канистрой, блядь, тебе еще раз говорю. Орат как Ахмадура, как Ахмадур не трону, блядь. Вместе с тобой тут горит. Пускай человек найдет своих детей. А, это как бы причина такая очень серьезная. Вот. Мистер полисмен. Да, это я такой. Мистер полисмен. Да, это я нормально. А, блядь, на $200 мне вернут, нет? Не понял, блядь. А $200 мне нет? Нет зеркал. Нет, ты просто блядь, хороший человек. У тебя нет зеркал, кстати. Ты в курсе, что у тебя нет зеркал? Ебать. А кто это был? Как понять? По чужой наводке, чувак, я знал, блядь. Это не его наводка, я по нет зеркал его нашел. Ебать, прикол, хорошо. Здесь, значит, все нормально, здесь так, пои. Пои!
ебать, вы один задник, серьезно? Пацаны, куда вы, лей, вы хоть, блядь, по дням, я не знаю, рассредаться. Мне кажется, они с разных организаций, пацаны, поэтому выручай, они я не скажу, в курсе, не кто куда едет. Да, ебанутся, патрон закончен. У них же нет какого-то расписания. Пацаны, патроны нет. Патронов нет, пацаны, серьезно, может, ножом закуем? Пойду виллу. Где он, парень? Затыкаю виллу. Ага, и вторая. Два, ага. Так, Максима! Где? Максимов, ты молодец, ты к последней серии научился ждать меня около машины. Максимов, ты красавчик. Нельзя тебе, товарищ Сирил, товарищ Кирилл, как тебя правильно назвать, не знаю, езжай, езжай. Если что, я вот так вот сделаю, понял? Блять, может быть... Ай, ты сука. Ладно. Он говорит, перестаньте. Ну, не буду. Не буду издеваться над пацаном. Цвет машины серый. Серее некуда. Да, что, да, уже заметил? Да, выходи, ты такой красивый, я хочу на тебя посмотреть. Я давно не видел настолько красивых, наглых и ебанутых людей. До свидания. А, нам только что позвонил Влад, на него напали и ограбили. Он говорит, что вор уехал на север, пожалуйста, схватить. Нет? В смысле? Вот, ебать, что за приводжет? Ай, бля, Влад, пизда. Да почему они его ночью с этим поднимают? Это разве не дело полиции? Кто его там ограбил? Что за бред, бля? Влад обманщик такой, просто обосраться. Так, нельзя. Да просто нельзя. Мне кажется, нужно закидать Влада просто позорными камнями. Ну как? Как это еще делать? Я не знаю. Мне кажется, он заслужил. Ближе, пацаны, ближе подходит. Пацаны, ебать, на вас надежды нет! Я весь покраснел из-за вас! Жаль, что ты этого уже не увидишь. Увидит. Эй, прикрывальщики хуевы, вы где? Прикол. Их нет рядом. Они своими делами занимаются. Люли-люли стояла. Это за место радио? Люли-люли стояла. Ну, собственно, такая получилась реакция. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И всем пока!